Кстати, уже сегодня граждане Беларуси и России имеют не только равные права в выборе места жительства, но и в трудоустройстве, и в оплате труда, пенсионном обеспечении. Удобно, что не говори. При том, что каждая из сторон вполне автономно решает возникающие вопросы на своей территории. Например, обеспечить каждого трудоспособного рабочим местом. Это одна из мер, прописанных в программе социально-экономического развития Беларуси до 2025 года. Большое влияние на рынок оказала пандемия. Это очевидно. Сейчас ситуация восстанавливается. Однако некоторые тренды останутся с нами и в будущем. Чем сейчас живет рынок труда Беларуси, мы поинтересовались у начальника управления Министерства труда и социальной защиты Олега Токуна. Олег Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Какова сейчас ситуация на рынке труда? Как она изменилась с начала года? Может быть, кардинально отличается от того, что было, скажем, год назад. Угу. Ну, ситуация на рынке труда всегда очень чувствительна к тому, как развивается экономика. И это особенно хорошо было видно, например, в прошлом году, когда из-за пандемии во всем мире закрывались предприятия, увольнялись работники, росла в разы безработица во всем мире. Но мы пошли немного другим путем. Мы не закрывали предприятия, не было массовых увольнений. Наниматели применяли другие определенные режимы, переводили работников на неполный рабочий день, применяли административные отпуска, и так далее, что позволило, собственно говоря, сохранить трудовые коллективы, кадры и заложить в том числе и основу для экономического роста, который мы наблюдаем в этом году. Если вот сказать коротко, что у нас сегодня на рынке труда, то у нас сохраняется невысокий уровень безработицы в трудоспособном возрасте. Он сегодня в первом полугодии находится на уровне 4%. Это абсолютно нормальная, спокойная ситуация. И с начала года мы отмечаем рост спроса на рабочую силу. Тогда как, например, в прошлом году наниматели находились в состоянии неопределенности, прекращали прием на работу и не заявляли новых вакансий. Как сейчас меняется банк вакансий и что больше всего ценят работодатели? Наш общереспубликанский банк вакансий – это живой организм. Хочу отметить, что он функционирует в режиме реального времени. То есть там всегда появляются новые вакансии, какие-то вакансии устаревают, исчезают. А сегодня, например, там больше 90 тысяч вакансий. И вот как хочу отметить, что в основном ищут именно рабочий персонал. Больше 65% вакансий – это для рабочих. То есть можно сказать, что условной экономике не столько нужны юристы и экономисты, сколько строители, слесари, там, механики? Если такой своеобразный топ сформировать, то сегодня экономике нужны повара, швеи, продавцы, водители, трактористы – и так далее. На экономистов и юристов тоже есть спрос, но там однозначно сложнее будет найти себя на рынке труда такому соискателю. Актуальный вопрос, который сейчас обсуждается, это гибкая занятость. Что это вообще такое? Может, будем прописывать это в новом трудовом кодексе? И действительно ли это требование времени? Безусловно, общество развивается, и новые отношения, которые возникают, в том числе и на рынке труда между работодателем и соискателем, требуют определенного регулирования. Например, в прошлом году вступил в силу изменения в трудовой кодекс, которым мы урегулировали вопросы дистанционной занятости. Кстати, хочу сказать, что не так и много стран во всем мире урегулировали такой вид занятости, мы сейчас видим, исходя из того, как наниматели на практике используют эти положения, что тоже нужно дальше развиваться. Сегодня работник либо работает на предприятии, либо работает в дистанционном режиме. Мы же предлагаем, и уже готовится изменение в трудовой кодекс, о том, что работник, например, сможет работать 3 дня в режиме дистанционной занятости, 2 дня он будет работать в офисе или на предприятии. И причем мы хотим упростить эти процессы, чтобы работник и наниматель могли оперативно менять режим работы, так как это требует сегодня развития экономики. То есть можно сказать, что следуем мировым трендам? Безусловно, а в некоторых случаях и формируем мировые тренды, поскольку не так много стран регулируют вопросы дистанционной занятости. Отлично, спасибо большое.